К пожизненному лишению свободы приговорили жителя Костанайской области за убийство полицейского. ЧП произошло в мае. Сотрудника правоохранительных органов убили во дворе собственного дома. Под подозрение попал односельчанин убитого, житель Узункольского района. Согласно материалам дела, ранее мужчина был осужден за кражу. Спустя несколько дней после освобождения проник в дом полицейского, нанес несколько ножевых ранений и частично ампутировал ему голову. Оказалось, план мести он вынашивал еще будучи в тюрьме. Мужчина задумал убить всех причастных к делу о краже. Делал специальные пометки в документах и напротив фамилии стражи порядка писал слово «зарежу». Суд доказал факт хладнокровной мести, убийства с особой жестокостью и приговорил к наказанию в колонии чрезвычайной безопасности «Черный Беркут». Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. В действиях подсудимого признан опасный рецидив преступлений. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на общую сумму 5 миллионов тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.